дикими меня манит, туда, где среди гор река бежит, где лес дремучий тайны охраняет. Вместе с друзьями мы нигде не пропадем, и с радостью мы приключений ждем, ведь не боимся, вперед мы идем. Мишки-братишки в поисках тигра. В прошлой серии Вик пришел в больницу, чтобы избавиться от наушника. И я попробовала уговорить его снова стать гидом. Но он сказал, что вернулся на прежнюю работу, и он до сих пор злится. Мне очень нужно с ним поговорить. Перемены к лучшему. Ну вот, открой ротик. Спасибо, что приехал, дядя Джо. Нога уже совсем не болит. Ну, это хорошо. Смотри, погода хорошая. Можно пикник устроить. Устроим, когда совсем поправишься. Мне не терпится отправиться на поиски Китти. Ты не пойдешь. А почему? Ты уже получила травму. Больше я такого не допущу. Ну, дядя Джо, я сильная. А Китти моя лучшая подруга. Я должна ее найти. И еще не забывай, что со мной будет Вик. И не мечтай. А? Зря я тебя отпустил. Дядя, как ты можешь так говорить? Ты же сам учил меня доводить все дела до конца. Так что я не отступлюсь. Послушай меня. Ты не пойдешь к Кристи. А? Я свою племянницу в лес не пущу. Там опасно. И точка. Да, я попался с поличным, только в лицо не бейте, ладно? А? Кристи? Привет, Вик. Что? Что ты здесь делаешь? Я хотела поговорить с тобой. Правда? А я не хочу. Я очень занят. А? Вик, это же я. Я по тебе соскучилась. Вик, погода отличная. Может быть, мы... Вика дома не было. Где он тогда? Где бы он ни был, сегодня он проводит нас к Кристи, а? Брэмбл, иди сюда. Это Вик! Вик, подожди! И Кристи! Вик, подожди! Пойду поздороваюсь, эй, Кристи! Нет. А почему? Дай им помириться. Вик, подожди! Я же не успеваю! Вик! А? Что ты тут делаешь с твоей-то ногой? Я пришла извиниться. Я надеялась, что мы помиримся. Мне друзья не нужны. Иди домой, а то Джо опять на меня наорет. Вик злится. Что бы мне сделать? Ей вправду стыдно. Надо бы ее простить. А? Нога! Кристи! Брэмбл! Кристи!
А, ну почему он никогда не слушает? Кристи, ты в порядке? Я... Вик, ты болван! Кристи пришла мириться! А ты струсил! Ты даже посмотреть на нее не можешь! Ей больно! Отпусти Она все равно пришла в лес отпусти! Ради грубияна и эгоиста! Ты вреден, а? Рэмбл, отпусти! А? Нога! Я хотел, чтобы ты поговорил со мной. А с моей ногой все в порядке. Ты что, шутишь? Это я, грубиян? Ладно. Знаешь что? Ты сначала научись извиняться, а потом уже ищи свою тигрицу. Вик, стой! Вик, стой! Брэмбл, спасибо тебе. Но я сама должна помириться с ним. Да, наверное, надо было подождать, да? Встречай дядю с супом. Хе-хе, я сварил твой любимый с картошкой. А, Кристи? Похоже, Вик тоже ушел. Эй, Вик! Вик, где же ты? Куда он подевался? Эй, Вик! А? Сколько тут рыбы? Кристи, берегись! У меня две! Эй! Эй, Вик! Ты меня слышишь? Прости меня! Пожалуйста, выходи! Где же он? А? Паук! Лужа с грязью! Ну все! Вик! Сюда! Что ты за взрослый такой? Бросил меня тут совсем одну! Ты такой эгоист, да? А? Кристи? Это Кристи кричала? Уберем. Эй, что тут у меня? Ловите пчелки! Я снова могу ходить! Ура! Вот здорово! Я Кристи, снова осторожней! Могу ходить! Повезло, что еще гипс не сняли. А откуда здесь капкан? Тебе пора домой, Кристи. Мне нужно работать. Прости, Вик. Слушай, Вик, я не должна была врать тебе. Дядя Джо злится, и все из-за меня. Я хочу... Юная леди, ну и влетит же тебе! Дядя! Кристи, тебе нельзя было сюда приходить! А? Нога! Дядя, моя нога зажила! Смотри! Ну все, довольно! Хватит, пошли домой! Я не пойду! Я пришла извиниться перед Виком! Я знаю, что я маленькая, и мне еще многому нужно научиться. Но мои друзья помогут мне, слышишь? Найти Китти, несмотря ни на что. Кристи, послушай, раньше и у меня была мечта. Честно, и я тебя понимаю. Мечта? Дядя, пожалуйста, расскажи о мечте, которая у тебя была, которая не сбылась. Мне немного неловко. А ты мечтал? Да, я мечтал.
Мечтал стать великим дровосеком, как мой отец и как его отец до него. А еще я мечтал стать изобретателем. Но потом я вырос, и мои мечты остались в прошлом. Но, Вик, слушай, время еще есть. Ты же стал отличным гидом. А? И ты должен стать моим гидом. Я? Кристи, у Вика есть неотложные дела. Он не бросит их ради тебя. Джо, мне жаль, что мы с Кристи заставили тебя волноваться. Это моя вина. Но я столько времени провел в этом лесу. Я знаю его лучше всех. Я думаю, все идет так, как должно, Джо. Мне нравится быть гидом, и я им буду. Да, Джо, ты должен разрешить мне сопровождать Кристи в ее поисках. Правда? Я помогу ей исполнить ее мечту. Спасибо, Вик. Как мило. Дядя, что бы ни случилось... И слышать не хочу. Я уже понял, что ты от тигрицы не откажешься. Теперь ты. Прости, что наорал на тебя. Кристи с ее ногой, я расстроился. Ничего, я бы тоже разозлился. Я не подведу ее, Джо. Вик, ты всегда будешь моим гидом. Ну, честно-честно, мы не сдадимся. Честно-честно. Пока даже не думай о походе. Обещаю, что сначала ты дома отдохнешь. Да, сэр. Да. И больше не убегай. Увидимся, Вик. Круто! Отпусти меня! В следующей серии команда снова вместе! Но нужно купить новое снаряжение для Кристи. А для этого нужно как-то раздобыть денег. Мы сняли для конкурса целый фильм, в котором, похоже, было нечто очень важное. Этот ласковый бриз, солнце луч золотой. Я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, река, моря и горы — это мой дом. День за днем и год.